сзади. Легко вообще задняя. Третья. Управляется неплохо. Управляется неплохо, как для трактора. Даже вода была в радиаторе. Кто красавчик? Шифинг. Управляется очень хорошо для трактора, который без гура. А несмотря на то, что нет гура, были модификации шифингов с гуром, неадекватно дорогие. По-моему, в наше время, когда так техника... Фары выключу, чтобы боком не сел. Когда и так техника будет дорожать, то покупать еще лишний гидроусилитель руля тут объективно не сильно-то и нужен. Потому что, друзья, все-таки шифинг – это шифинг. Это трактор, который должен быть максимально дешевый в цене, при этом максимально надежный, прочный. Все, ему больше ничего не нужно. И это, да, шифинг. Не обращайте внимания на то, что это завозится. Компании Форте, вы видите, характерное литье шифинговское. Сейчас надо пропустить. В общем, если отклеить вот это вот лабуду, это в принципе единственное, что это Форте. И торговая марка, которая завозит эти трактора на территорию Украины. Так, во всем остальном, это полноценный себе шифинг. Полноценный себе шифинг, который вы сможете взять дешевле, чем многие другие компании завозят Форте. Стоит всегда чуточку дешевле, и это хороший плюс в нынешней ситуации, в нынешнее время. Я только что проверил коробку, ходит восхитительно. В 240-ых коробка живет дольше всех, а в шифингах в принципе она живет очень долго. Мотор 138/2, никакой залипухи. Соответственно, SF138/2. Масса по нему есть моментов в плане по обслуживанию, по запчастям. Все знают, это все везде продается, это все везде есть. 20-е колесо заднее, переднее колесо 14-е. Не, простите, 12-е, вру. Трехточка где-то до полутонны. Собственный вес трактора 890 кг без грузов. ВОМ односкоростной с защитой уже установленной. Более-менее сиденье более-менее мягкое. То есть я вот только что ехал, наверное, 40 вот тут топил. Если прям в жесткие ямы попадаешь, то выскакиваешь с трактора. Ну а так, в принципе, плюс-минус вот по такой бетонке. Ехать себе можно комфортно, там вести прицеп и так далее. То есть нормально себя трактор чувствует. Нормально себя трактор чувствует на бездорожье. Дальше. По агрегатируемости. Косички. Косилки и лисички уже пойдут, но самые маленькие, потому что вес все-таки трактора до тонны. Потом копалка польская уже пойдет. Однорядная, что транспортер, что вибрационная. Потом фреза 1,25 м рекомендуется. Но в большей части случаев, если у вас прям не супер глина жесткая и тяжелая, можно ставить 1,40 м.
Коробка живет потрясающе, фантастически. Если вы прям супер бережливый человек, можно снять по одному ножу с фрезой 1,40 м, чтобы вышло там 1,30 м. Потому что 1,25 м оставляет вот столько, получается, зазора. Вот она вот так вот, последний нож перекрывает. И колея тут, как вы знаете, не регулируется. И из-за этого, типа, остаются такие, как полосочки. Не перекрывает колею. Поэтому рекомендуется 1,40 м. И если там у вас земля тяжелая, можно снять по одному ножу. С каждой стороны будет то, что нужно. Вот как люди делают. Дальше. Передние у нас есть там система амортизации рессорная. А, вот. 4 приводных ремня. Отлично передают нагрузку. Трактор тащит, что дурной. А, сцепляли его с Синтаем. А, тоже задним приводом, трехцилиндровым. Тупо за счет веса. Синтай делает он легко. Вот. За счет веса, за счет грамотной разбалансировки. Потому что важно еще не сам вес трактора чистый, а как этот вес распределен между осями, между колесами. Здесь получается у нас задние колеса идут ведущие, задний привод. И на них самая большая масса, нагрузка. Вот идет. И перед тут только мотор, он легче. Поэтому еще есть такой момент, что когда резко даешь газ, аж чуть-чуть приподнимает его. Вот. Ну, потому что тут подрессорен, там нет, это еще это тоже сказывается плюс-минус. Но суть в том, что именно в почве, на работе, в работе будет такое же вес распределен максимально правильно, и на задние ведущие ось приходится больше, чем наперед. Вот. Это тоже инженерия, хотя в китайской сельхозтехнике инженерия встречается крайне редко. Вот. И я хотел отметить особо коробку передач. Еще раз, которая очень хорошо себя показывает, которая безотказная, не ломается, с ней вообще ничего не происходит. Я не знаю, каким надо быть рукожопом, чтобы убить эту коробку. Ну, либо должен быть какой-то заводской брак, либо вы должны, не знаю, очень криво обслуживать, там, не менять никогда масло. И то это надо, годы времени, чтобы ее как-то зарукожопить окончательно. Есть генератор, аккум 80-ка идет. Потом что? В комплекте, сразу уточняю, не идет ничего, комплектация докупается. Доставка у нас абсолютно бесплатна, без предоплаты. Вот. Расчет на месте. Можно попросить менеджера, чтобы он снял вам детальный видеоотчет вашего трактора. Вот так, как я сейчас это делаю, который к вам приедет, чтобы вы не переживали. Рассчитывайтесь только после полной проверки, что все работает, что все ходит, что все, так сказать, в рабочем состоянии. Он будет полностью залитый всеми жидкостями, к вам приедет. В случае чего наперед ничего давать не надо. Водителя развернули, пошел нахер. Ну, то есть мы наберем на себя ответственность, что все к вам приедет, все в полном порядке. И никаких денег никогда не берем за доставку. Вот. А потом. Также в нашем магазине есть все прицепное оборудование, про которое я рассказывал, и многое другое к нему. Можем подобрать. Дадим в подарок хороший польский карданчик. Вот, с защитой. Обращайтесь, будем рады помочь. Ко мне идут собаки, мне кажется, мне пора сваливать. Друзья, всем счастливо, спасибо, что смотрели это видео. С вами был канал Мини Трактор. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, а мне пора отсюда ехать. Все, пока-пока.